Самарские школьники сегодня будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. Не все, а только те, кто не сможет явиться на экзамен в установленный день, в том числе выпускники прошлых лет. Досрочная сдача от обычной принципиально не отличается. Контрольно-измерительные материалы распечатывают перед началом экзамена в присутствии участников. Сразу после бланки никуда не отвозят, а сканируют на месте. Результаты станут известны 4 апреля. Всего на досрочный период зарегистрировано 273 человека. Из них только четверо выпускники этого года.